Юрчик, сегодня было в некоем роде дерби New Life Vida Nueva. Одна команда была еще недавно. Скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления остались от такого матча? Это, можно сказать, ну, реально хороший. Все Реал Барселона. Ну да, можно и так сказать. Местная классика. Ну, сказать, впечатления хорошие. Надо сказать, все было в наших руках, если бы не те ошибки обидные, которые допустили, из-за которых, можно сказать, основную часть голов пропустили. Могли бы и на ничью, а то я, если бы еще и свои моменты лучше использовали, могли бы вообще выиграть. Но поэтому претензии только к самим себе. А так спасибо ребятам, тоже классно сегодня играли.